Приветствую, друзья, с улыбками на лицах выводят команды на поле стадиона «Арсенал» арбитры. Это значит, что почти все готово к началу заключительного матча юношеской футбольной лиги «Юг-2». Заключительного для «Чайки» и для «Алании» завершается сезон, 26-й тур позади. Поехали! Далее «Краснодар» принимает «Черноморец», «Академия Рамзан» встречается с «Академией футбола Краснодарского края», «Ротор». Здесь попытка один в один обыграть Константина Дебушевского. И прострел, и опасно простреливал Ирлан Хугаев. Мурат Касимов, его правая нога, подача в штрафную. Данил Мирошниченко. И удар в слета, в касание. Пытался воротам Давида Дзукаева. Остались гости. Хороший прессинг от «Чайки». Удар по воротам и спасает свою команду вратарь. Бил Ратмир Баташев и вовремя выставил ногу Азамат Зуцев. А вот хороший удар. Еще довольно плотный в направлении дальнего угла. Зарядил так зарядил, да, проверил бдительность. Ратмир Баташев, но в итоге все равно мяч вперед далеко запускает Мурат Касимов. Данил Левко сохранил мяч в поле, Данил Левко, и выдал так выдал передачу под удар Данилу Мирошниченко. Что же они сотворили на 46-й минуте? Вот это голешник, по-другому не скажешь. Вынес мяч со своей половины поля Касимов, хотя выдвигался к нему Ратмир Баташев и предлагал: давай сыграем вместе. И в итоге уже на ленточке, на самой линии, Данил Левко мяч сохранил, сбросил под удар Данилу Мирошниченко, и тот пригвоздил в буквальном смысле. Сколько еще, интересно, компенсированному времени компенсирует Лев Сергеев. Звучит свисток. Все, завершается первый тайм. Счет 1-0. Казалось, что в самой концовке на 46-й минуте забил Данил Мирошниченко. Но после этого команда еще 5 минут сыграли. Это тренерский штаб «Алании 2007». Кирилл Варенов проходит в штрафную. Передачу делает. И опасно сейчас было. Можно было забивать, увеличивать отрыв. Богдан Иванов в фоне. Но, кстати, не все. Для «Чайки» это не все, потому что «Чайка» будет принимать участие в турнире победителей межрегиональных UFL. Сейчас может быть опасно. Удар по воротам. Перекладина спасает «Чайку» от пропущенного мяча. На острие атаки оказался в данном случае Самир Гулиев. И здесь хороший прием. И опасно может быть. И где Илья Амосов? Илья Амосов на месте. Еще один острый момент. Уже второй в втором тайме. Артем Скалиух, да, нужно с мячом сближаться, на мяч идти. Скалиух идет в обыгрыш, выкатывает налево Торопу. Тороп возвращает мяч в штрафную. Мирошниченко бьет, попадает в сетку с внешней стороны. Хороший момент, хорошее оживление. Контратака «Чайки». За самбовку или за кимоно. Бывают такие приемы в единоборствах. Еще одна желтая. Красная в руках у арбитра. Арсен Кантеев покидает поле. Вот не совсем понятно, это прямая красная или вторая желтая. Сейчас и желтая в руках у Льва Сергеева. У Кантеева желтая была. Так или иначе, Лев Сергеев решил, что Арсену пора заканчивать сезон, уходить с поля, не дожидаясь финального свистка. Вторая желтая карточка превращается в красную для Арсена Кантеева. И очевидно... Нет, Тимур Кибеков виноват, я ошибся, простите. Тимур Кибеков в первом тайме заменил, уже не важно, кого заменил Тимур Кибеков. Заменил-то он Давида Дзукаева, который получил повреждение. А здесь забитый мяч, второй в сегодняшней встрече. Забитый мяч, гол «Чайки». Савелий Кофтун показывает, что нужно больше шума. Даниил Мирошниченко принимает поздравления от Петра Костенко. Ну а мы с вами ждем повтора этого эпизода, и все-все-все столпились, сгруппировались вокруг Тараса Бычкова. Вот так Данил Мирошниченко подкараулил ошибку победу в этом турнире одержать. Это Алмаз Антей, победитель межрегиональной юношеской футбольной лиги Северо-Запад, Шор номер один, Белгород, зона-центр. У нас еще одно нарушение и еще одна желтая, превратившаяся в красную. Второе удаление в этом матче. Это Матвей Тороп. Разгоняется один на один. Тороп выходит и теряет мяч Матвей. Но атака продолжается. Закладывает вираж. И здесь пенальти уже точно. Азамат Зуцев схватил Матвея за ногу. И получил тоже желтую, как и многие его партнеры по команде. Азамат Зуцев готовится
Тора бьет и без промаха отправляет мяч в сетку. Матвей забивает еще один свой мяч на финише сезона. Увеличивает бомбардирский счет. И благодарит партнеров по команде. И жестом показывает, что все спокойно. Все нормально. Матвей Тора, 92-я минута. Счет 3-0. За пределами поля находится в спортивных костюмах. Спасение сейчас едва ли... Неужели? Да, четвертый мяч. Смотрите как. Тарас Бычков, дубль. И от штанги влетел мяч. Великолепное завершение. Настоящее украшение чемпионской игры. И на этом все. Забитый мяч. Бычков оформляет дубль. Чайка празднует чемпионство. И крупная победа 4-0. Завершается этот матч на 94-й минуте. Вот так, друзья. Еще раз всех причастных с победой. Чайка с чемпионством. Занимайтесь спортом. Будьте здоровы. Пока. Этот матч вместе с вами смотрел Александр Боровков. Обязательно услышимся и увидимся в новом сезоне.